четыре девчонки. Что может пойти не так? Один. Кассандра. Два. Джоанна. Три. Керес. Четыре. Шеннон. И снова вернемся к ограблению, когда были похищены известные бриллианты. У меня будет столько проблем. День, который они никогда не забудут. Привет. Привет. Ребята, не нужны. Мне и так плохо. Да ну. Так будет еще хуже. Ну и что мне делать? Круто. Их дружба притягивает неприятности. Оказавшись втянутыми в опасную криминальную игру, им предстоит взять ситуацию в свои руки. Теперь у них есть только один шанс, чтобы избавиться от неприятностей. 4-3-2-1. Смотрите в субботу в 8 вечера на телеканале «Витебск».